Главный христианский праздник – Пасху. Накануне отметили православные верующие. В Люберцах также прошла служба, которая состоялась в храме Преображения Господня. На ней вместе с главой округа присутствовали и сотни люберчан. Отметим, в этом году по церковному календарю совпало два важных дня – Благовещение и Страстная суббота. Служба на Пасху всегда по-особенному торжественна. Она знаменует собой одно из главных для христиан событий – Воскресение Господне. Днем в Великую Субботу десятки верующих пришли в храм Преображения, чтобы осветить праздничную пищу – творожные пасхи, яйца и куличи. Также в этот день каждому верующему важно подойти к плащанице, изображающей Спасителя, лежащего в гробе. Из алтаря ее выносят лишь один раз в году и устанавливают в центре перед иконостасом. Там она находится до позднего вечера Великой Субботы, после чего ее уносят обратно перед началом пасхальной службы. Один из важных моментов праздничной службы – крестный ход. До наступления Пасхи священнослужители и прихожане трижды обходят вокруг храма. Во главе несут фонарь, крест и образ Пресвятой Девы Марии. Это шествие символизирует собой путь навстречу благой вести о воскрешении Христа. И вот уже праздничное пасхальное богослужение. На нем священнослужитель вновь, как перед входом в храм после крестного хода, произносит радостную весть. Христос воскресе! Теперь после Пасхи началась Святая Неделя, на протяжении которой православные приветствуют друг друга словами «Христос воскресе» и ответом «Воистину воскресе». Также на протяжении Светлой Седмицы пройдет еще два важных церковных дня – Радоница и Красная Горка. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.